Зовут меня Филиппов Виктор, я Android-разработчик компании Rambler. И хотел бы поговорить с вами про то, как перестать думать об обратной поддержке и начать жить. В принципе, поддержка старых версий устройств – это неотъемлемая задача Android-разработчика. Небольшая такая предыстория, где-то полтора года назад, когда было золотое время перехода на четвертую версию Android, Ice Cream Sandwich, телефонов с двойкой становилось все меньше и меньше, и мне с моей предыдущей командой стала задача создать новый проект. Но мы подумали и решили, что нафиг эти сопли, зачем нам поддержка старых версий, если у нас будет приложение, которое будет работать уже с 15-й версией SDK. И мы решили не использовать библиотеку обратной поддержки, Support Library. Это обернулось страшно. Сначала мы осознали, что нету в стандартном SDK ViewPager. Он есть только в библиотеке поддержки. Поэтому пришлось тащить за собой эту библиотеку, потому что без ViewPager как бы жизнь не мила. Потом, поскольку мы исходили из стандартных активити и стандартных фрагментов, обнаружилась еще одна не очень хорошая ситуация, связанная с тем, что мы не могли разместить фрагмент в фрагменте, потому что getChild Fragment Manager доступен только с 17-й версии API. Наш же минимальный является 15-й. Поднимать проект на еще две версии было совсем нецелесообразно. Вот. Тогда-то для себя я понял, что использование Support Library — это просто жизненно необходимая вещь при разработке, и знание всех ее нововведений и знание всех ее возможностей — это один из пунктов, которым должен посвятить себя Android-разработчик. Итак, сегодня я хотел бы поговорить с вами про следующие вещи. Это появление MIPMAP ресурсов, это AppCombat виджет, которые пришли к нам с апрельским обновлением Support Library, и Android Design Support Library, которые пришли к нам вместе с последним ее обновлением. Итак, однажды, создав новый проект, я увидел примерно следующее расположение ресурсов. И передо мной стало два вопроса. Что за фигня и где мои drawable? То есть стандартная иконка для лаунчера располагалась в непривычных папках drawable с такими же разрешениями, а в папке mipmap. Для чего она нужна и в чем отличие, я не придавал этому никакого значения до недавнего времени. И как бы, ну есть и есть. Хорошо, продолжим. Но стало интересно, я начал разбираться. И хочу рассказать вам о том, что представляет для себя MIPMAP. Во-первых, что говорит об этом Google? Google говорит, что MIPMAP — это простой способ обеспечить ваш проект ресурсами, которые сохраняют качество при их масштабировании. Но то же самое мы имеем и с drawable. То есть зачем это сделано, по-прежнему остается непонятно. Вот у нас есть пример. Это изображение, которое уменьшено 8 раз. Слева у нас это изображение с использованием MIPMAP, справа без. Я согласен, что оба они выглядят отвратительно, но однако на левом изображении у нас сохранилось больше деталей, нежели на правом. Сам Google говорит, что при использовании ресурсов из MIPMAP система пользуется более дорогими методами рендера и использует сразу все ресурсы при построении изображения. Для какой ситуации это необходимо? Допустим, если у нас есть иконки, которые будут масштабироваться, то при использовании drawable мы получим некоторую потерю качества при изменении их размера.
при использовании MIPMAP такие потери будут минимальны. Ну, то есть, несомненный плюс. Есть MIPMAP, есть масштабируемые иконки, нужны MIPMAP ресурсы. С другой стороны, если у меня в проекте нет масштабирования иконок, нет анимации увеличения, приближения и так далее, зачем мне использовать MIPMAP? Зачем иконка лаунчера помещается в ресурсы MIPMAP? Давайте рассмотрим это на примере Nexus 6. Он имеет плотность 560 точек на дюйм, что попадает в промежуток между XXHDPI и 3XHDPI. Вот, по логике платформы она возьмет ресурс из 3 иксов, уменьшит данный ресурс и отобразит. Соответственно, если она не найдет ресурс для 3 иксов, она возьмет 2 икса, увеличит для подходящего разрешения и отобразит. Также на иконках в лаунчере, то есть при запуске, у нас используются иконки с более высокой плотностью. То есть на экране с XXHDPI могут показываться ресурсы из 3 иксов. То есть, если мы хотим сохранить качество иконок при, скажем так, всех возможных девайсов, тогда мы должны использовать MIPMAP ресурсы. Но вместе с тем это вызывает другую проблему, что ресурсов у нас становится чересчур много, и здесь уже выбор стоит за Android-разработчиком. Вот. Следующая тема повестки дня – это как раз-таки Support Library. Я думаю, каждый из вас знает эту диаграмму. Это как бы график, отображающий сколько статистику версии Android за апрель этого года. Мы видим, что у нас очень много телефонов находится на версии 4. Совсем мало у нас ресурсов осталось с Lollipop. И как бы постепенно вырождаются ресурсы Троя и тройка планшетная. Что это значит для любого Android-разработчика? Это значит, что нельзя просто так взять и перестать поддерживать старые версии, потому что большая часть девайсов находится у нас на версии 4. Был придуман материал дизайн. Я считаю его потрясающим, но вместе с тем мы просто не можем сказать, что все, теперь мы разрабатываем только для пятерки, а вот версия с четверкой, ну, пока вы не обновитесь, вы наше приложение не получите. Обновляться они будут еще долго, потому что версия с двойкой существует уже очень давно, и до сих пор она имеет место быть. Сейчас хотел бы я сказать про ченджлоги Support Library. Это лишь краткая выдержка, как мне кажется, самых интересных изменений. Первый пункт — это добавлены AppCombat виджеты. Это AppCombat TextView, AppCombat Button, AppCombat Autocomplete и так далее. Это практически все те же самые виджеты, которые мы используем при построении экрана, с одним таким интересным отличием. У них есть параметр Tint. Это значит, что они могут окрашиваться в желаемый цвет для нас, который задается из стиля, либо же задается индивидуально для каждого виджета. То есть, когда дизайнер решил перекрасить этот текст с красного на синий, нам больше не надо переделывать бэкграунды, перекрашивать их, чтобы появилась стильная полосочка из лолипопа. Нам достаточно просто-таки сменить цвет в теме. Вот. Также, наверняка все этого заметили, что у нас Action Bar Activity, которая используется как стандарт для Activity из библиотеки поддержки, она стала деприкейтой, и вместо нее стала использоваться AppCombat Activity. Появился интерфейс AppCombat Callback, который у нас отвечает за смену Action Mode, то есть за его появление и отключение. Появился AppCombat Delegate, который делегирует в себя жизненный цикл Activity. И
появился AppComfort диалог. Ну, в принципе, это тот же самый диалог, только у нас теперь по стандартам материала. Вот. Дальше идет интересное. Это интересности, которые нам принесла последнее обновление Support Library, это Android Support Design. Там существует несколько элементов, которые облегчают разработчику создание материал дизайна. Все эти элементы, присутствующие здесь, доступны с версии 2.1. То есть, в принципе, ничто не мешает нам поддерживать и ту малую часть девайсов, которые до сих пор сохранились с версии Android 2. Первый из них — это Navigation View. Это элемент, призванный облегчить нам построение бокового меню для нашего приложения. Следующий — это Floating Label. Это та самая плавающая кнопка, которой нам, скажем так, так не хватало, которая была введена, но Google не говорил, как ее реализовать. Теперь она у нас есть. Прошу прощения. Это Floating Label, это обертка на edit текст, который выводит лейбл наверх. Дальше покажу. Как раз таки Floating Action Button, это плавающая кнопка, и Snack Bar. Snack Bar — это, я бы назвал его своеобразным видом тоста с возможностью задавать какой-то экшен. И облегчилась работа с табами. Рассмотрим Navigation View. Вот у нас есть экран разметки, где у нас корневым элементом является все тот же Driver Layout. У нас есть разметка, предоставляющая контент. Здесь это Inner Layout, в котором лежит Toolbar и фрейм для подстановки туда фрагмента. И появился новый как раз элемент. Это Navigation View. Здесь стоит обратить внимание на два последних пункта его разметки. Это Header Layout и меню. Первый, он опциональный, его может не быть, и он создает верхний макет для бокового меню. То есть этот макет аналогичен тем, что вы видели в приложениях YouTube, Google Play, Gmail и так далее, во всех гугловских приложениях. App-меню — это ресурс меню, который строит как раз-таки боковые пункты меню. Вот примерно как выглядит элемент меню. То есть группа с возможностью выделения одного элемента и два итема, в которых создается айдишник, иконка и титул. Наконец-то, скажем так, SDK самостоятельно за нас строит боковое меню, и нам больше не надо выставлять паддинги и так далее. Вместе с тем иконки итемов окрашиваются в цвет, заданный в стиле. Если нам необходимо иметь категории какие-то в боковом меню, то это тоже делается через меню, создается новый итем, у него создается титул, внутри этого итема создается другое меню с двумя элементами. Это можно видеть два последних пункта. Это уже относится к категории Navigation Subheader. Floating Label — это очень красивая анимация, когда hint текстового поля при фокусе на нем выводится в header. Ничего, скажем так, переделывать нам не приходится, нам достаточно просто обернуть в данном случае AppCombat Edit Text в Text Input Layout. И тогда он сам разберется, что ему делать. Что если есть hint, и у нас происходит фокус на дочерний элемент, тогда он этот hint передвигает в header. Вместе с тем появился метод, позволяющий задать для этого поля error. Также через set error. Есть snack bar, как раз таки аналог тоста, у которого есть кнопка section.
вызывается он через make, задается action и показывается. В принципе, очень близко к просто. Однако здесь первым элементом в make является не контекст, а является view, снизу которой должен быть показан snakebar. Tab layout — это разметка. В принципе, ничего нового Google здесь не сказала, что табы у нас были еще, я бы сказал, задолго до материал дизайна, но сейчас облегчилась работа с ними. В частности, если мы используем табы, можно создавать программно, можно установить listener на смену табов. Это относится к Tab layout. И вместе с тем, если мы используем UPager для горизонтального свайпа, нам можно просто определить в нем метод getPageTitle для создания таба и прикрепить его к tab-layout методом setup list view pager. Тогда у нас произойдет привязка, связка между tab-layout и view pager. Будут автоматически переключаться вкладочки по свайпу, будут где-то перематываться view pager по смене таба и так далее. И последний элемент, о котором я хотел бы рассказать, это координатор layout. Первая цитата из документации Google. Координатор layout это Super Power Frame Layout. В чем же, в принципе, его сила? Это незаметно сразу, но если у нас внутри координатора layout есть кнопка плавающая, тогда она у нас не будет перекрываться снэк-баттоном, она будет анимированно подниматься и опускаться вслед за появлением этого снэк-бара. Нам, с своей стороны, никаких анимаций задавать для этого не нужно. Достаточно просто использовать вместо фрейм лайаута координатор лайаута. Вот примерная разметка для координатор лайаута и тулбара, которая позволяет нам прятать тулбар при скролле. Здесь у нас есть Recycle View, у которого есть пометка Up Layout Behavior. И элементы координатор лайаута реагируют на скролл, скажем так, дочерний элемент, у которого указан этот параметр. Также, чтобы спрятать Tab Layout, используется своеобразная обертка над ним, которая позволяет спрятать не только Tab Layout, но и другие вьюхи, которые находятся в ней. Это может быть, допустим, тот же Toolbar. Если мы хотим, чтобы при скролле у нас пропал из виду Toolbar, пропали вкладки, нам просто достаточно указать у них флаг scroll enter always вместе. Так. Есть несколько флагов, которые обеспечивают логику прокрутки. Один флаг — это скрывать при перемотке, как раз таки scroll enter always возвращает на место элемент при скролле вверх в любом случае. То есть он не будет выступать в роли хедера, он будет сразу показываться при обратном скролле. Есть также флаги, которые позволяют скрывать элемент не полностью, уменьшать его до определенного размера и только после этого скрывать его. И эти нововведения — это лишь малая часть того, что практически каждый месяц происходит в библиотеке Support Library. Я думаю, наличие вот таких вот нововведений обязывает Android-разработчика следить за постоянным обновлением этой библиотеки. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если вы хотите посмотреть примеры использования этих элементов, вы можете скачать с репозитория мой проект. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо, Лик, за чудесный доклад. Я думаю, для тех, кто присутствует, он был очень полезен. И для тех, кто к нам сейчас прийти не смог, по разным причинам, они тоже с ним попозже познакомятся, он может быть полезен.
Есть какие-то вопросы, или что-то спросить, прокомментировать? Почему не показать бы это вживую? Да, обратно ограничение? Ну, это сделано для того, чтобы больше человек зашли на гид-репозиторий и скачали проект. Спасибо. Зектор, можно ли делать анимацию Navigation View? Эти изделия от меню. Анимацию элементов меню. Меня интересует, чтобы они появлялись по очереди. Примеры из реального проекта. Я понял, но вот я не могу точно ответить на этот вопрос. Наверняка есть метод, позволяющий анимировать выход пункта. Хорошо. Снэкбар можно показать, не добавляя кнопки? Да, но это у тебя тогда получается обычный тост. Он сам исчезнет? Да. То есть снэкбар уходит автоматически. Еще один момент, который я не рассказал, он достаточно-таки интересен и отражен как раз-таки в приложении. Это взаимодействие между снэкбаром и координатором лайаута. Когда у нас появляется снэкбар на координатор лайаута, у нас возможен свайп снэкбара. То есть помимо того, что мы можем ждать, пока он пропадет, мы можем его сдвинуть. И очень занятная анимация возникает на планшете, когда снэкбар у нас выводится не во всю ширину экрана, а выводится, вот, допустим, с левого края. Все задается как раз таки настройками снэкбара. Можно выводить по центру, слева и так далее. Вот. Если справа у нас есть flow button, и мы будем перетаскивать снэкбар слева направо, то flow button, естественно, поднимется, когда по ней появится снэк. Может быть, ты смотрел, там еще есть какие-нибудь настройки вроде фонового цвета? Если не ошибаюсь, там есть как раз таки подстановка view точно так же, как это делается и с тостом. То есть ты можешь задать кастомный view, как ты это делал в случае тоста. И последний момент, не мог бы ты показать вот на последнем слайде, как координатор layout понимает, что scroll view скроллится и скрывает toolbar. У тебя опять-таки есть recycle view, у которого есть параметр layout behavior. То есть координатор layout ищет элемент, у которого есть данный параметр. Когда этот параметр находится, скажем так, и когда происходит scroll to recycle view, у нас начинают отрабатывать все элементы, у которых есть соответственно параметр scroll apply. Но есть одна такая хитрость. Все параметры со scroll флагом должны быть объявлены до тех элементов, до тех view, у которых этого scroll флага нет, чтобы обеспечить их вскрытие. То есть у нас скрываются только верхние элементы. То есть если я вставлю, допустим, text view между тулбаром, ну и допустим у нас там есть, и tab layout, то тулбар скроется, а вот tab layout уже нет. То есть тебе надо сначала обозначить все элементы, которые будут скрываться при скрое, а потом выводить элементы статично. Все, спасибо. Да, буквально тоже два вопроса по поводу снэкбара. Речь шла о том, что сам исчезнет, а можно сделать так, чтобы он не исчезнет. Хороший вопрос. Возможно, в параметрах снэкбара есть указывается время, как это делалось для тост лайаута. Я это не проверял, но возможно там есть констант, указывающая бесконечный показ. Это надо, скажем так, протестировать.
Возможно, это найдет отражение в обновлении моего приложения. А, Николай, еще один вопрос. Ему какой-то... Экшн. Нет, у нас не было, но вот, Эдуард уже вопрос задавал, да, можно создать пропускную пару, свою вью, как ты делал для доступа. Ну да, но вместе с этим у нас все-таки появился виджет, который у нас реализует данный паттерн. Вот, кстати, да. Да, тоже. View — это нет, это не контекст, как я уже говорил. View — это элемент, снизу которого будет нарисован снэкбар. То есть он сам не найдет? Нет, он сам не находит. Ну, допустим, при построении фрагмента ты можешь заметить view и отдать в константу snackbar и не показывать его до определенного времени, то есть пока тебе это не будет нужно. В данном случае нет. В данном случае view — это просто view. Это, скажем так, код моего проект скриншот взят из документации. Но есть Но в моем проекте работает все точно так же. Коллеги, может, у кого-то еще вопрос? Ты говорил про обратную поддержку. Что будет более ранних? Вообще, вся эта библиотека Design Support начинает поддерживаться с версии 2.1. Разработчики заверяют, что выглядит она будет точно так же. То есть, замечательно. Но, конечно, сейчас она не лишена некоторых багов, которые в ней есть. Допустим, в четверке видно, что Edit Layout не показывает в этом тексте hint сразу. Ему нужен фокус на какое-то поле одно, чтобы появилась клавиатура, и только после этого появляются все остальные хинты. Но я думаю, они скоро это исправят. Все?